Одним из объектов, который готовится к ОЗП, является подстанция имени Давыдова, расположенная в селе Джал Сокулукского района. На сегодняшний день здесь идут подготовительные работы для замены автотрансформатора. Как отмечают энергетики, по мере роста населения трансформатору не хватает мощности, и его нужно заменить. Эта подстанция была введена в эксплуатацию в 2000 году. Самый первый установленный автотрансформатор был мощностью 125 мегавольт-ампер. Уже через 10-15 лет с ростом количества абонентов мы заменили его на 200 мегавольт-амперный трансформатор, а новое оборудование будет мощностью 250 мегавольт-ампер. По словам специалистов, эта подстанция обеспечивает электроэнергией треть населения города. Всего же по Чуйской области насчитывается 53 подстанции, 32 из которых обеспечивают столицу. На сегодняшний день во всех из них идет текущий ремонт согласно графику, установленному год назад. Запланированные работы вот, в рамках подготовки к ОЗП, они у нас разбиты на... То есть у нас имеется годовой график ремонтов оборудований. Помимо этого, у нас на основании годового графика у нас составляются месячные графики. На основании месячных графиков у нас составляются недельные графики. И каждая группа, каждая подстанция занимается, сам планирует. Мы контролируем общий ход работы. На сегодняшний день со стороны Национальной электрической сети Кыргызстана проводится текущий ремонт и технический осмотр воздушных линий электропередачи 110, 220 и 500 киловольт. Как отметили в ведомстве, своевременное проведение ремонтных работ позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, уменьшить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежность работы энергооборудования в период ОЗП. По воздушной линии электропередачи 500 киловольт, там Тотолгес, Тулибердиве, Тотолгес, Фрунзенская, это линия у нас 509, 559, там были у нас ремонты, там уже завершили, там в этом ремонте у нас было планировано полностью осмотр в этой линии, полной линии, и там была произведена замена изоляторов, и это все завершено в свое время. И кроме этого, на всех филиалах у нас, то есть по всей республике, по всех областях у нас имеются филиалы, как вы сами знаете. И на всех филиалах у нас на сегодняшний день по графику идут все планы работы по подготовке ОЗП. Сегодня на 197 подстанциях во всех областях ремонтируется более 7500 километров линий электропередачи. Сама же подготовка к осенне-зимнему периоду завершится в конце октября. Аяна Дюшикеева, Ирлан Джунушалеев, Тимур Садыгалеев, Алатау 24.